Учиться никогда не поздно. В Мурманском арктическом университете стартовала акция по обучению старшего поколения компьютерной грамотности. Программа «Сосед мудрого возраста» реализуется уже 5-й год и с каждым разом набирает все большую популярность. На курсов пенсионеров обучают также и достаточно сложным технологиям. Компьютерные классы Мурманского арктического университета по вечерам каждой среды и пятницы заполнены, что называется, под завязку. Здесь стартовал очередной этап совместной акции региональных отделений партии «Единая Россия» и Союза пенсионеров «Сосед мудрого возраста». Ее цель – обучить старшее поколение азам компьютерных технологий. Это возможность не потерять связь с окружающим миром и идти в ногу со временем. Если раньше к нам приходили и запросы были такие у пожилых людей, связаться по скайпу со своими близкими, то сейчас все больше и больше возникает вопросов по отношению возможности работать на портале госуслуг, возможности записи к врачу, возможности покупки билетов, возможности презентации своих творческих наработок, создания своих страничек, поиск своих школьных друзей и друзей детства, которые были потеряны. У организаторов разработана своя методика. В роли преподавателей выступают волонтеры, студенты МАГУ. С каждым пенсионером занимается специально закрепленный человек. То, что касается обучения студентов, специально вот взаимодействия с пожилыми людьми, нет, не обучаем, потому что в основном здесь студенты, которые обучаются по направлению подготовки социальной работы, социология, психология, организация работы с молодежью. То есть это студенты, которые обучаются по направлениям профессии «человек-человек». Пары для занятий формируются по взаимной симпатии. Так будет больше доверия между учеником и преподавателем, а значит и результат более продуктивным. Все обучаются по индивидуальной программе. У нас с Галиной Александровной своя программа. Мне она рассказывает, что ей нужно, какие функции в компьютере она хочет узнать, чему научиться. И я уже как для себя составляю некий план. И потом рассказываю ей, показываю все, как делать. Мы вместе это смотрим, пробуем. Обучение компьютерной грамотности организовано в 2 этапа. Оно проходит весной и осенью. Всего курс длится 36 часов. После его завершения все ученики получат диплом. С ним они могут поехать на всероссийские соревнования по компьютерному многоборью, которые ежегодно проходят в разных городах страны. Я осваивала клавиатуру, то есть рассказывала потом, пришла и рассказывала. Дальше, значит, что еще? На предыдущем занятии мы начали почту, как общаться по почте. Проекту «Сосед мудрого возраста» уже 5 лет, и с каждым годом принять в нем участие желает все больше пенсионеров. Группы слушателей на осень уже сформированы, но весной будет новый набор.